судья назначает вбрасывание. Вбрасывание выигрывает чеховского Витязя. Мезей подбирает свободную шайбу. Быстро бросает. Совсем не точно. Хэппи отразил бросок. Хосса. Королёв. И он тащит ее в центр. Бросает шайбу с самого пятачка. Хосса. И он переводит шайбу в зону соперника. Шайба перехвачена около ворот. Делает мощный бросок. Бросает шайбу. Гол! Какое стремительное начало! Этот парень из любой ситуации выжмет сок. Тот скажет, что любой может добить шайбу. Но в протоколе такой гол ничем не отличается от других. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы пропустить первую шайбу. Если команда хочет оставаться в игре как можно дольше, необходимо быть внимательнее в обороне. Нельзя позволять сопернику делать все, что ему заблагорассудится. Афиногенов. Быстрый бросок. Справа. Афиногенов. Находит шайбу. Он не попадает в ворота. Сиба. Шайба потеряна. Бросает. Вау, он промазал. Шайба покидает пределы площадки. Мы готовы к сбрасыванию. Рокер промахивается мимо ворот. Быстрый бросок. У этого парня прочность камня, а в результате у его команды минимальный перевес в счете. Сзади. Селезневу. Выход 2-1. Сейчас состоится вбрасывание. Селезневу. Отложенный штраф. Он зарабатывает удаление за задержку клюшкой. Он пасует. Уйцу. Запускает шайбу в цель. Уйцу бросил шайбу. Заблокировано прямо перед воротами. Шайбу перехватил чеховским Витязем. Хосса. Начинает арт-обстрел. Заблокировано. Сандис Озер. Отличная игра. И его команда по-прежнему впереди. Отправляется за свои ворота. Быстро бросает шайбу. Замораживает игру, зафиксировав шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Симак выигрывает вбрасывание. Выход 1-1. Сибаку. Выход 1-1. Бросает по воротам. Хелпи накрывает шайбу. Судья готов к сбрасыванию. Бросает от души. Все готово к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает чеховского Витязя. Выход 1-1. Точный кистевой бросок сходу. Убийственным броском. И он прижимает шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Сзади. Вперед!
Витязь Чеха. Теперь владеет шайбой. Закончен первый период и счет 1-0. Игра вот-вот начнется. Бросает быстро! Ему пришлось демонстрировать реакцию, чтобы команда не отстала уже на две шайбы в начале второго периода. Он припечатан. Сильный бросок. Он отправляет шайбу в ворота и увеличивает их отрыв до двух шайб к началу второго периода. Наш форвард сыграл очень умно. Он знал, что шайба будет отбита и оказался около нее раньше всех. Пока что игре команды не хватает стабильности и согласованности. Кое-что из того, что они показывают, мне нравится, но их оборона выглядит подозрительно слабо. Афиногенову. Выход 2-1. Отличная работа клюшкой. Он хорошо выбрасывает шайбу. Он парирует и этот бросок. Рикес. Хотса. И он переводит шайбу в среднюю зону. Быстрый бросок от поинта. И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Выставил очень сильно. И вот еще один сейв. Накрывает шайбу. Хоккеисты заняли свои места и готовы к выбрасыванию. Мощнейший бросок. И он прижимает шайбу. Судья назначает выбрасывание. Мощно стреляет по воротам. Мы готовы к выбрасыванию. Бросает шайбу! И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Бросает без промедления. Он не попадает в ворота. Бросил шайбу. Он забрасывает шайбу. Буквально просочилась в ворота. Он может очень долго держать шайбу, готовясь к броску. Выжидать момент, когда дернется вратарь. И потом бац! Мудрено переиграть того. Бросает шайбу. Он парирует и этот бросок. Мезы дотягивается до шайбы. Он пасует шайбу Королеву. Шайбу перехватил чеховским Витязем. Ему намяли бока. Выход 1-1. И он отправит шайбу в нейтральную зону. Запускает шайбу. Шайбу заблокировал защитник. Выход 2-1. Стреляет по воротам. Он забирает шайбу. Бросок с неудобной стороны клюшки. Шайбой владеет чеховским Витязь. Накрывает шайбу и впереди вбрасывание. Вбрасывание выигрывает чеховского Витязя. Бросает изо всех сил. Чуточку, но все же мимо ворот. Окей. Закрывает наглухо ворота. Выстреливает от души. Выход 2-1. Сибаку. И быстро еще один бросок. Выход 2-1. Бросает шайбу. Пятачка. И снова бросок. Вау, он делает очередной потрясающий сейв. И это проброс. Сейчас состоится вбрасывание. Рикес. Бросает шайбу. С самого пятачка. Выход 1-1. Хосса.
Райли. Александр, он взял да и выручил свою команду. И они по-прежнему ведут в счете в концовке второго периода. Выход 2 в 1. Хелфи парирует его. Мощнейший бросок. Отправляется за свои ворота. Звук сирены сообщает нам об окончании второго периода. Счет 2-1. Они готовятся к вбрасыванию. Стреляет, что было сил. Шайбу подбирает чеховским витязем. Бросает шайбу. Бросает мощно. Удерживает шайбу. Судья готов к вбрасыванию. Озелинчо. Щелчок. Это Сандис Озелин. Все готово к вбрасыванию. Рикес. Сильный бросок и точный. Шайбу получает чеховским витязем. Они готовятся к вбрасыванию. Озелинчик. Быстрый бросок. Витязь Чеха достает шайбу. Выход 2-1. Он пасует Афиногенову. Бросает шайбу. Игра вот-вот начнется. Бросает мощным щелчком. И вот еще один сейв. Бросает шайбу. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Селезневу сзади. Он припечатан. Селезнев. И это офсайд. Судья назначает вбрасывание. Уяц. Стреляет. Бросок, гол. Стилевые броски гораздо мягче. И он мастер таковых. Без лишних движений спокойно ждет, пока вратарь дернется. Выход 1-1. Проводит бросок. Бросок принят на себя. Шайба перехвачена на пятачке. Пушечный выстрел. Шайбу получает чеховским витязем. Выход 2-1. И он забирает ее в центр. Быстро бросает. Мезы. Мы готовы к вбрасыванию. Озелинчик. Бросает шайбу. Пятачка. Сейчас состоится вбрасывание. Мезы. Они готовятся к вбрасыванию. Озелинчик. Быстрый бросок. С пятачка. Судья готов к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает чеховского витязь. Пас вперед Королеву. Мощный бросок. Попадает в игрока прямо перед воротами. Королеву. И он пересекает чужую синюю линию, оказываясь в зоне атаки. И он отправляет шайбу в зону соперника. Пас в
вперед Королеву. И это положение вне игры. Все готово к вбрасыванию. Бросок сходу в касание. Принят на бедо. Спасло игру. Он непостижимым кошачьим движением выручил себя в неправильном счете. Витязь Чехов завладевает шайбой. Сибаку. Он сумел прорваться к чужим воротам. Уйдется. Сильный бросок и точный. Сибак. Шайбу! Шайбу подбирает чеховским витязем. Впереди! Выстреливает! С пятачка! Выход 2-1! Бросает шайбу! Делает мощный бросок! Селезневу! Он потерял шайбу! Выстреливает! Они готовятся к вбрасыванию. Озлиншоу бросил! Еще один быстрый бросок! Выход 2-1! Бросает шайбу слева! Он отобрал шайбу! Фосса! Быстро бросает шайбу. Овертайм командам помочь также не сумел. Теперь на очереди серия буллитов. Отличное исполнение и заслуженный гол. Теперь же они на грани поражения. И Кладина! На сей раз удача отвернулась от него. Он должен подняться и обрести себя. В этом его сила. Заброшенная шайба уравняла бы счет. Но этого не произошло. Сереж... Витязь Чехов стремится сравнять счет. Пора, и они по-прежнему отстают на один гол. Великолепный шанс переломить игру был упущен. Витязь Чехов надеется сравнять счет. Если бы шайба оказалась в воротах, счет стал бы равным. Теперь же они на грани поражения. Витязь Чехов может перевести эту игру в фазу. Эта серия буллитов еще немного затянется. Они серьезно поизносились, по-прежнему проигрывают. Витязь Чехов имеет шанс выиграть прямо сейчас.